Сибиряк Иван Шахтурин войну встретил подростком. Его семья в то время жила в Томской области. Отец был уже стар, а братья молоды, и служить отправился только Иван. Он был призван в 44-м, но и того, что застал, хватило с лихвой. Я воевал в город Будапешт. Так от Будапешта так пошли дальше туда. Всякие шварвары. Вот так. Там были сильные больные войны, бои были. 3 дня был бой. Снаряды у нас все кончились. Лошадей потеряли. По словам дочери Надежды, у папы 3 фронтовые награды. Есть среди них и самая почетная – медаль за отвагу. Снаряды, которые были сорокопятки, они от тигры отскакивали, как пули, их не брала. Ну, один танк, мы один подбили, вот и все. Также Надежда Ивановна призналась, что папа сравнительно недавно начал говорить о войне. Вспоминая, волнуется так, что зашкаливает давление и слез никак не сдержать. Он еще рассказывал, командир послал его за овсом для корм лошадям. Ну, вот он пошел в деревню, и там налетели самолеты, стали обстреливать. Ну, как-то его не убило. Он как-то там спрятался, а вот которые там остались, его на это батальон, там не знаю кто, там обстреляли, много погибших. Иван Иванович уже 2 года ничего не видит, а еще плохо слышит и передвигается только на инвалидной коляске. Но и сейчас, как в военные годы, ставит себе одну цель – дожить до победы.